Городская баня готовится к открытию. Завершены все работы по капитальному ремонту. Коллектив учреждения совместно с подрядной организацией наводит порядок во всех помещениях. Ведется расстановка мебели. Глава просит жителей еще немного подождать, чтобы качественно завершить все работы и устранить недочеты. Еженедельный объезд главы был посвящен проверке зимнего содержания улиц, дорог и дворов. Большая работа проведена по устранению ранее выявленных замечаний коллективами МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство», управляющей компанией «Эленком». Сложные погодные условия вносят свои минусы. В городе остаются места, на которые необходимо тщательнее обращать внимание. Дорога по улице Островского, парковочные карманы в ряде придомовых территорий. Также не менее актуальным остается вопрос по вывозу снега. Сегодня сделали традиционный объезд по городу. Мы его еще делали в понедельник. Указали все слабые места управляющей компании МБУ дорожного хозяйства. Большая работа проведена дорожными коммунальными службами. Действительно большая работа. Можно зафиксировать, что выполнили объем работ по очистке территории, где было подтопление. Вот. Но еще есть кое-какие сложные моменты. Вот сейчас мы видели, это дорога на Крыжиновской, которая сплит. Опять там сложно проехать, но сейчас в ближайшее время поправят. Очень много было вывезено снега, и эта работа дальше продолжается. Сейчас на улице Островского наша задача, там, где образовывается большая лужа, тоже навести порядок, все вывести. Ведется работа по обрезке веток и экранированию деревьев, чтобы у нас, во-первых, это было безопасно, и мы выполняем эти работы в рамках обслуживания сетей уличного освещения и для того, чтобы не допустить большого роста крон, которые могут впоследствии там мешать и обзору для водителей, и обслуживанию дорог и прочего. Денис Семенов поручил начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства провести проверку детских игровых площадок, по результатам которой необходимо устранить все выявленные замечания, заменить сломанные элементы и испорченное покрытие. Срок исполнения до конца недели.